Доброго времени суток. С вами Людмила. Вы на моем канале YouTube. Я в Анапе. Вот второй день гуляю. Прогулка у меня где-то 2 часа. И вот я зашла тут в одно место. Сейчас вам покажу. Сама буду идти и покажу. Везде красивые цветы. Я уже улицу прошла там. Название потом сниму. Здесь все красиво. Кто любит путешествовать, Красноармейская 47. Кто любит путешествовать по разным улочкам незнакомым. Это так волнительно, не знаешь, куда придешь. Я тут, оказывается, вставила этот шнурок и не вытащила. Вам, наверное, не слышно было. Я нахожусь в Анапе и вот гуляю утром в 2 часа. И вот везде, где гуляю, мне хочется показать на своем канале. Потому что те фотографии, которые я высылала своим детям, знакомым, они говорят: так красиво. Мы тоже хотим с вами побыть. Сорвала тут 3 объявления с дачей квартир и всякие атрибуты. Вот плохо то, что я вот стесняюсь снимать, когда люди идут. А людей здесь много. Вам видно Красноармейская. Сейчас походим по Заводской. Деревья здесь шикарные, такие необычные, я не знаю их названия. Я вообще по натуре путешественник, почему-то не могла никогда. Ну, вообще я путешествовала 4 раза в год, но по делам. Это было в основном. Казахстан в основном был, Алмата. И вот теперь, когда ушла на пенсию, я решила путешествовать. Но в 2017 году я была на Черном море. Моя мечта сбылась. Мне кажется, здесь счастливые люди живут. Вот как этот цветок зовут? Как цветок зовут? Вот эта туя красиво сделана. А машины, смотрите, какие. Ну, наши москвичи, советские, старые. Здесь на каждом шагу Россия.
на строящихся объектах вот такой паспортный. Везде есть. Сейчас перекресточек будет. Вот какие-то цветочки, но они, по-моему, я как женщина очень люблю цветы. Срывать объявления трудно. Может, я не умею. Прекрасные дома. И все это и так естественно. Вон и большие, и маленькие дома присоединенные. Вообще здесь ходить — это сказка. Все ходят в шортиках, а я пока стесняюсь в шортах. В юбке вчера ходила, сейчас в брюках. У меня какой-то комплекс. Красное-белое — это такое у них, такой магазин, где продают вино. Я прохожу любимые продукты магазин. Мой телефон, по-моему, за мной не успевает. Или я резко поворачиваюсь. Вот это все улица Заводская. Я ее, наверное, все не сниму, но очень красиво здесь. Очень много машин. Ну, это и понятно, большой город, курортный. И люди сейчас любят на машинах. Все хотят машины. В моей семье только две машины. Правда, мы не пользуемся, только муж. Но считается две машины. Машины. О, какие деревья, гляньте. Вам голос слышен, птички? Это дикий голубь. Это Заводская улица. Прогулка, на прогулку, говорит. А вот там, где большие дома, это вот Краснодарская улица. А мне так нравится здесь в тенечке. Вот Заводская улица. Прогулка. Люблю как птиц слушать. Вон какое-то дерево еще. Ну, пока, до встречи.